Компания Samsung готовит новый бюджетник Galaxy A32 с поддержкой 5G еще и в редизайне. В начале этого года глобальной инновации не будет. Смартфоны по-прежнему будут получать экраны с еще более мелкими рамками и другими по форме и размеру блоки основной камеры. Новый Galaxy A32 тому пример. В редизайне он получит блок основной камеры, как у флагманов. Похожий дизайн основной камеры мы видели в модели LG Velvet. Выглядит он свежо и солидно, тем более для бюджетного устройства. У него будет главный датчик камеры на 48 мегапикселей. В плане других характеристик смарт будет среднячком, с экраном IPS диагональю 6,5 дюйма, процессором Dimensity 720 со встроенным модемом 5G, да, для Samsung это смелое решение, боковым сканером отпечатка пальца, памятью 4128 и 4.64, кстати, порт 3.5 тут будет. Также в смартфоне предусмотрена поддержка 15-ваттной проводной зарядки. Других утечек на сегодняшний день, к сожалению, нет, но очень скоро они появятся.